Сегодня 13 июня 2018 года. Это сутки до начала чемпионата мира по футболу в России. Я россиянин. Филипп Романов, астроном-любитель, первооткрыватель 42 переменных звезд. Продолжаю вынужденно скитаться уже более года и за пределами Москвы. Из-за невозможности безопасно и беспрепятственно проживать в своем единственном жилье, в комнате номер 2 в коммунальной квартире по адресу город Москва, улица Кошкина, дом 19, корпус 1, квартира 210. Из-за безнаказанных преступлений в отношении меня, совершенных жильцами-гостями комнаты номер 1 в данной коммунальной квартире, и я не имею возможности продать свое единственное жилье, данную комнату, чтобы купить себе безопасное жилье, другое, в котором я смог бы жить, заниматься наблюдательной астрономией, совершать новые астрономические открытия, приносить пользу науке России и подготавливаться к поступлению в МГУ имени Ломоносова на астрономическую